что, команды все-таки разобрали своих игроков, подключились в лобби, ну и мы начинаем. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. 30 секунд у нас до начала выхода крипов, а так, в принципе, уже всех разобрали, значит, можно поговорить о пиках. А со стороны команды Evil Geniuses. PPD играет у нас на Вич-Докторе, на Шторм Спирите играет, кто бы вы думали. Два варианта ответа, Сумаил или Сумаил, конечно же, Сумаил, второй вариант. Ну и Universe играет на Клокверке, Ауи 2000 играет на Фире, на Чене, и Фир отыгрывает у нас на Draw Rangers. Со стороны команды Power Rangers уже, собственно, говорил, что там да как, но повторюсь еще раз, не убудет. Чеширский кот играет на Аксе, отправляется в сложную. Дитя Ра играет на Тини и вместе с Ноуфиром на Виспе отправляются в мид. Джейфо на Скайрос Маге играет и Зара на Квапе. Скайрос Маг у нас, как я понимаю, пока гуляющая личность, на лайн еще не стал, а Queen of Pain, на которой отыгрывает Зара, отправляется в соло в легкую. Но я думаю, тут со временем Джейфо подойдет. Собственно, наверное, надо больше саппортить Квапу, чем помогать Аксу. Акс свое выформит, Акс тут колючий, неприятный, хилок много, ну, собственно, можно и постоять. Universe стоит в сложной, в соло против Queen of Pain, на которой отыгрывает Зара. PPD помогает в легкой Фиру. Фир играет на Атраксе, PPD у нас Witch Doctor, саппорт. Ну, Ауи 2000 вы знаете, где начение, и Сумаил в соло против Даблы. Так вот, говорил я до того, как герои у нас отвалились, и скажу еще раз. Сама Дабла, Висп и Тини невероятно дамажащая, невероятно крутая. И вроде бы ходят слухи, что такая дабла не контрится в миде. Ну и вообще, по факту, не контрится ни в лейте, ни в мидгейме. Никогда вообще. Короче говоря, увидели Виспа Тини, ливайте сразу. Нет, это все шутки, это все ложь. Так быть не может. Я неоднократно видел сам, что Висп и Тини контрятся. Все зависит от рук соперника. И тут стоит сказать, что руки попались команде ЕГЭ на миде невероятно мощные. Сумейл играет у нас не на ком-то там, а на Шторм Спирите, на, наверное, мейн-герое для данного персонажа. Тот герой, на котором Сумейл показывает просто феноменальную доту. Ну и теперь посмотрим, найдет ли коса на камень, сможет ли Дабла из Виспа и Тини оказаться бесполезной только благодаря умениям Сумейлом. Сейчас увидим. В любом случае, интересная ситуация со всех сторон. И по-всякому. Universe в сложной 8 на 3. У Квапы меньше, чем у Universe крипстат здесь. Бедняга Квапа без фарма. Хотя Universe у нас зато без хп. Ну, нашел чем ответить Зара своему оппоненту. Чеширский кот 7 на 0. У Фира 9 на 5. Сумаил в миде. О чем, что если и требовалось доказать. 10 на 4 крипстат. Это при том, что Ноуфир его еще умудряется кое-как гонять здесь. Ну, у Сумаила уже, по-моему, летит банка. Да, вот-вот. Вот-вот банка. Ну что, поймали Сумаила. Будут ли разбирать? Тоснули. В принципе, надо цеплять. Тизер словит у нас Сумаила. И, пожалуйста. Сумаил перед смертью умудрился убить Ноуфира и... И забирает себе ФБ. Забирает ФБ. В это время разбили лицо Фиру. Разбили лицо Фиру на топе. Кто это сделал? Чеширский кот на Аксе. Великолепный фраг. Размен, в общем-то, компенсирован. 2-1 впереди команда Power Rangers, и то, что ФБ отдали Сумаилу, вроде бы и неприятно, с другой стороны, и Сумаила забрали, и еще кор-героя, мейн-керри Фир, наиболее опытный игрок команды ЕГЭ, ну и чуть ли не основа основ для данного коллектива. Не посмотрели мы, как убили Фира, но зато видели ФБ на карте. 3 минуты 26 секунд у нас позади. Переключимся на фарм. У Universe 16 на 3, у Сумаила 12 на 6 и 12 на 5 у Draw Ranger. Ну, по уровню фарма понимаете, что ситуация уже становится показательной. Сразу три игрока команды Evil Geniuses отправляются в топ-3 по фарму. Ну, тут какие-то изменения, конечно, будут. Здесь 1-2 фрага меняет общую картину. Но тем не менее, несмотря на то, что Фира не было на лайне, Фир по-прежнему в топ-3, и Фира не перефармили. Ну, это говорит о... Собственно, о чем это говорит? Да это говорит, конечно, о равноте рук. Тут, конечно, команда Power Rangers нисколько с ровностью своих рук не ссорилась. Дружба великолепная. Но ЕГЭ
не устану повторять, уже, наверное, последние месяца полтора-два, это топ-коллектив, чуть ли не топ-1 коллектив в мире. Игра свежая, игра интересная, даже при относительно классических пиках в последнее время. Весьма-весьма-весьма интересная реализация. Ну что, Шторм Спирит у нас развалил Ноуфира. Дитяра на лоу хп, Шторм тоже здесь отъезжает. На лоу хп здесь был... Здесь у нас был Скайрос Маг, и я как-то на Джей Фо засмотрелся, а там размен один в один. Что приятно для команды Power Rangers, это то, что Дитяра забрал фраг. И это уже второй фраг для Тини. Шестой левел у Дитяра. Тос максит, значит, качает гроу. Все по гайду. Так, 5 минут позади. Давайте посмотрим, как дела по экономике. 700 по золоту Evil Geniuses, по экспириенсу тоже ЕГЭ впереди, хотя и незначительно. Ну, видите, да, по фрагам вроде бы Power Rangers должны... Точнее, вроде бы Power Rangers впереди, а по экономике практически 1000 уже ЕГЭ перефармили своих соперников. Ну, по нетворсу включим, увидим дальше. Не получилось подбросить самого Сумаила. Так, в принципе, 1-2 удара могли бы еще раз забрать мидера команды ЕГЭ. 2-2 стоит Сумаил на миде. Некритичная ситуация. Чеширский кот подпушил под тауэр. У Фира как дела? Давайте вообще по артефактам пробежимся, пока Netwars, в принципе, сами можете посмотреть. А по артефактам я вам озвучу. Сейчас только файт мы посмотрим. Ну что, зацепили. Frost Arrow в 2 у нас. От Фира, чеширский кот. Не наорал, а так икнул в сторону команды Evil Geniuses. Ну, Concussive Shot пошел у нас в PPD, ну и в любом случае разваливают. Разваливают 2 ауи 2000. Оказался в нужное время в нужном месте. 3-3 становится счет. Теперь по экономике дела великолепно. 2000 в пользу команды Evil Geniuses, по экспириенсу 1500 в пользу все тех же ЕГЭ. По экономике на первом месте у нас Сумаил. Дальше идет DTRA, это уже неплохо. Ну, дальше Universe, Ауи, Эфир. И только топ-6, топ-7 у нас Чеширский кот вместе с Зарой одинаково относительно идут. По артефактам, начиная, наверное, что же такое? Убили Сумаила в третий раз. Тини забирает третий фраг. Дитяра великолепно проводит первые минуты матча. То, что на миде Тини не только хоть какой-то фарм получает, но еще и умудряется убивать, это, по-моему, большое достижение. Стоять против шторма, стоять против шторма, которым управляет Сумаил, я прошу подчеркнуть, это действительно немаловажно. И при этом умудряться еще фармить, по-моему... Достаточно неплохо идут дела у Тини. Плюс 3 фрага. Ни одной смерти у Дитяра. Это действительно круто. 1500 с копейками уже на руках у Тини. На 7-й минуте можно уже покупать, я думаю, Point Booster. В принципе, по такому фарму, возможно, и сейчас заработать у нас Аганим. Так, пошел у нас Сумаил. Ну и делает то, что у него лучше всего получается. Ball Lightning. Удар, Ball Lightning, удар, Ball Lightning, удар. А потом повторить... 18 тысяч раз. Ульта пошла от Чена. Зацепили Фира. Можно Квиллинг Блейдом заканчивать Фира. PPD агрят на себя. Должны и PPD разбирать. Соник Вейв от Зары. Прилетает сюда Юниверс. Можно влетать. Можно влетать Джей Фо. Нет, влетает у нас в Зару. Зара под Battery Assault. Пытается отсюда уйти. Ну как же ты отсюда уйдешь? 11 секунд. 11 секунд кулдаун блинка. Ну тут Ауи просто расковырял Квапу, Квапа отъехала. Так, Акса поймали на миде, Сумаил. Куда же ты, Акс, направился? Направился обычной проторенной дорожкой через топ-руну. Ну, какие вообще были шансы, что не контролится от ЕГЭ топ-руна и не увидят, куда у нас движется чеширский кот? ЕГЭ выходят вперед по фрагам. Сейчас графики обновятся, чтобы не вводить вас в заблуждение, и расскажу, что там да как по экономике. 2000 по золоту ЕГЭ, по экспириенсу 2 с копейками тоже Evil Geniuses. Ну, дадут мне вообще вещи посмотреть. Как вообще у нас шапоголики себя чувствуют? Draw Ranger, на которой играет Fear, уже с Power Threads, уже с Race Band. 530 на руках. У Чена 1000 по золоту и Arcane Boots имеется. У Клока есть Транквилы, готовится выход в Blade Mail. Пока только Rope of Magi, это не считается. У Сумаила... В принципе, как у дровки, только плюс ботл. У Вич-доктора... Ну, Вич-доктора бедовые артефакты. Ну, сапог есть и Magic Wand есть. Уже хорошо.
Так, теперь со стороны команды Power Rangers. По-моему, у нас готовится встреча на Эльбе. Ну что, PPD поймали. Silence ввалил в него Джей Фос, ударила Кейт. Готовится от Дитяра, как же далеко. Ну, думали, что PPD, наверное, пойдет к своему тауру. Никуда PPD не пошел. Убили у нас Джей Фо. Дитяра начинает расковыривать PPD. Но здесь как много крипов. Стан один. Сейчас, скорее всего, второй будет. В итоге забирает у нас Висп Тини, а приплывает у нас в итоге Чеширский кот. Оставили Чеширского кота поговорить наедине. Ну и здесь Сумаил Киллинг Спри забирает Квапу. Сумаил практически без артефактов. На одном скилле был Лайтнинг. И поехали разваливать команду Power Rangers. Печально, что это Power Rangers сейчас. А вообще, я думаю, не критично. ПР это будут или это будет Вичи Гейминг. Мы об этом прекрасно знаем. И мы это отлично... Ну, мы это отлично знаем. И мы это прекрасно видели не так давно. В январе этого года. Вичи Гейминг на секундочку. Вторые. На International четвертом. Там, где команды были собраны... Очень сильный и действительно показательный турнир. Ни для кого не секрет, что International это, в принципе, лакмусовая бумажка вообще всего мирового состояния команд и всего Dota комьюнити. У Сумаила Staff of Wizardry уже появился. Куда у нас Сумаил готовится? Ну-ка, расскажи мне, куда же это? Честно говоря, я даже призадумался, куда Staff of Wizardry, что это может быть? Неужели? Или Rot of Atos это будет? Или это будет Юл? Да ладно, посмотрим. Тут какая-то инновация какая-то. Никаких сол-рингов, никакого выхода в Bloodstone. Ну что, попоймали Чеширского кота. Юниверс вроде бы горит, а по факту у Чеширского кота минимум ХП, ну и No Fear. Пришел спасать товарища, вдвоем лежат в одной таверне. Дитяра здесь. Убили у нас Клокверка. Надо Ауи наказывать за эту наглость. Во вражеском лесу надо всех крипов здесь загнобить. Ну, есть Scream of Pain. Маны, правда, маловато. Ну, Тос, опять же, надо гнать крипов, пока бедняги от страха не умрут. Отпустили крипов. Но эти же крипы команду Power Rangers через 5, через 3 минуты, через 4, когда Чен восстановится... Они же и будут разваливать. Что мешало крипов? То, что сейвить пойдут крипов тиммейты Чена, в это я слабо верю. Ну, и на буст это тоже толком не могло, на байт точнее, как-то быть похоже. Ладно, не пошли. Как бы это в итоге боком не вылезло. 9-12 счет. PPD поймал у нас Дитяра. PPD может выжить, а вот Дитяра может ли выжить, очень сомневаюсь. КД, все артефакты. Ну что, это в итоге это у нас Юл. Юниверс провязал ульту прямо в Сумаила. И выходит, в принципе, команда Power Rangers из этого файта выходит победителем, потому что должны были лишаться минимум Дитяра. Там уже No Fear где-то прицепом отошел бы, а по факту все остались живы. У Сумаила все-таки появился Юл. Немного удивительно, немного необычно, но... От того, наверное, интересней. По артефактам вообще давайте глянем. Кстати, экономику посмотрим. 4000 ЕГЭ. По экспириенсу 3000 тоже Evil Geniuses. Начнем с Сумаила. У нас, в принципе, топ нетворс на карте. Имеется уже Юл. Есть Race Band. Не Race Band, точнее, Null Talisman. Power Threads. Ну и Bottle. Bottle тоже считается. Universe. Осталось 600 голды до Блейдмейла. Так-то набор артефактов старый. У Вич-Доктора появляется Power Threads. Урны пока что не имеется. И будет ли вообще, неизвестно. У Фира прилетает Мордип Маск. Тут, скорее всего, Мом выйдет. Фрост Арос есть. Почему бы не стрелять, колотить. Мордип Маск, Power Threads, Race Band и Ring of Aquila. Который еще один... Race Band. У Чена мека уже готова. А у И-2000, в принципе, Аркан Буцы, мека к драке готов. Саппорт вполне серьезный. Плюс набор, кстати, что там, можно, наверное, как артефакты Чена разбирать крипов. Так, улетает у нас отсюда Сумаил. Просто так не заагришь. Парень вообще не агрессивный. И не на провокации не подается. Ну что здесь? Здесь два сатира. Здесь куча ХП регена и здесь... А здесь у нас кентавр вместе с совой.
в принципе, для драки великолепно. Есть броня. Есть, по-моему, скорость атаки. Нет, 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 не здесь. У нас, по-моему, в медведя переложили скорость атаки. Есть, если что, хп реген. Ну, всего нормально. Еще и парочку шоквейвов за секунду выпустить. Тоже безусловный плюс. Ну, теперь давайте по шмоткам команды Power Rangers. У Ноуфира 0-4-4. Чальби, да, более унижение. У Ноуфира до сих пор нет урны. Это 15-я минута, и она уже подходит к концу. Скайрос Маг, на котором отыгрывает Джей Фо. Только-только нул талисманы, и, в общем-то, золота больше нет. У Квапы появляется рецепт на Юл. Остается нафармить на Войдстоун и на Сейдж Маску. Тини уже готов аганим. Вот теперь можно говорить на равных, наверное, с командой Evil Geniuses. Я так понимаю, пораньше немножко прилетел аганим, потому что уже 600 сверху для Дитяра. Ну, 1-2 пачки, извините, если кто раньше заметил. Вы в порядке. Вы молодцы. Ну что, и Блинкдаггер появляется у Чеширского кота. Тоже 600 сверху. В общем-то, важные артефакты имеются. Будет ли врываться у нас Акс? Акс рывается у нас на Фира. Ауи под Мистик Флеером стоит. Ауи пока что живет. Хотя и под Сайленсом. Чеширский кот, дай же ульту. Дай же ульту у нас Фира. Врывается у нас Юниверс. Развалили Чеширского кота. Но Фир без вопросов разваливается. PPD взлетел. Пару ударов надо от Дитяра. Еще один удар по PPD. PPD погибает. Юниверс на лоу хп, Фир выкупается, уходит отсюда Юниверс, и файт, наверное, не вернется. Врывается Сумаил, вот теперь поговорим на равных. Тини последний живой в составе команды Power Rangers. Трипл килл, Шторм Спирит, добрый вечер. Прилетел, рассказал, чего так много времени мы посвящали Сумаилу в начале этой игры. Забирает Рошана, забирает Аегис. Зарабатывает деньги 3200 на руках. После Юла у Сумаила счет 8-3-0. 17 фрагов, 8 Сумаила. По-моему, неплохо. Я, конечно, не глорю там за Сумаила. Безусловно, мне просто симпатичен стиль игры этого парня. Он абсолютно лишен каких-то предрассудков. Туда не лезь, то не делай. Конкретная пабдота, когда играют... Ну и смотришь на команды соперников. Конкретная пабдота, когда играют... Ребята, 3К ММР, и тут случайно ворвался парень, у которого там 7-8 ММР. Тысяч, конечно, не просто 7-8, это тот случай, когда я врываюсь, у меня там 7-8. Вот, и парень просто, у которого совершенно другое видение, совершенно какое-то свежее видение. Эта дота, не сказать, что она сильно агрессивная, она скорее авантюрная, можно да, так сказать. Авантюры не всегда оправданы, вы видите, три смерти у нас от шторма, но при этом авантюры оправдываются где-то процентов на 85, а это, безусловно, плюс для команды. Ну и когда он в пике, не когда он в пике, а точнее, когда он играет против любой команды, у команды соперника сразу же случается какая-то дисмораль и какой-то дисбаланс, потому что не совсем понятно, как играть против... Ну, кто спортом занимался, это как, например, в футбол играть против левши, или, например, в боксе стоять тоже против левши. Все делается немного, вроде бы так же, но немного иначе. Ты не всегда успеваешь понять, что вообще произошло. Ну, тут примерно так же, в принципе, наверное, как-то к боевым искусствам поближе, потому что Сумаил вырубает всех моментально и вырубает наверняка. Уже готовый Soul Booster, есть у него Soul Ring, и осталось, что там до рецепта на Bloodstone? 150, ничего там не осталось до рецепта на Bloodstone. PPD убили у нас во вражеском лесу игроки команды Power Rangers. Fear под Mask of Madness. Ну что, появляется Bloodstone у нас у Сумаила. Где он? Где ты, Сумаил? Сумаил уже на топ-лейне. Я думаю, готов врываться в Ноуфира. Релокейта не будет еще очень долго. Можно ворваться. Чеширский кот здесь. Ну, ждут. Вот о чем я говорю. И опять же, Сумаил сгоряча не влетает. Вижена нет, он не идет. Вижен есть, и хотя бы какой-то процент объясняет ему, что... какой-то процент информации объясняет ему, что там можно кого-то убить. И есть вариант, что можно это сделать безопасно. Он, в принципе, им пользуется. Если нет вижена, то, собственно... Наш юный друг никуда не врывается, потому что себе дороже. Bloodstone к нему прилетел, там курьер летел со спины. Курьер не доконтролится, если и полетит в толпу, то еще и без курьера остаться. Quilling Blade, Axe, но это все очень быстро делается. Поэтому
Поэтому, короче говоря, доля рациональности в любом случае присутствует у Самаила, но, по-моему, она меньше, чем какого-то азарта. Ну, как-то видно спортивный интерес. Ну вот, пожалуйста, Акс. Самый толстый герой команды Power Rangers на топе развалился. Ну, здесь не без не без помощи Юниверса. У Юниверса немного совсем остается до Форстафа. Блейдмейл уже куплен. Ну и давайте посмотрим. Сумаила. 9 зарядов в Бладстоуне, 1000 по голде, Юл есть. Джейфо. Я думал, наверное, у нас Сумаил, что будут юзать него Мистик Флеер. Никто ничего не юзал. Ну что, Джейфо, скорее всего, здесь погибает. Я думаю, тут через Ball Lightning можно разбирать. Да, улетает дальше, хотя может и погибнуть здесь. Но в любом случае Аегис есть. Нет, Сумаил отсюда уходит. Живой. Спириты пока не дамажат, ну, Аегис в итоге забрали. Разменял зато на Аскарис Мага 10 зарядов в Бладстоуне, ну, на той Бладстоун. Все, полетел. Просто моментально полетел. Виспа отковыряли. Опять же, мана есть. Просто поднимает себя ветра и, скорее всего, отсюда уходит. Дальше, за Чеширским котом он никуда не уходит. Он просто дерется и денает себя. Да что это такое? Трипл килл. Трипл килл плюс денай. Ну, черт знает, что вообще творит этот парень. Да, игра просто роскошная. Вот то, о чем я говорю. Парень видит цель. Не видит никакой помехи для себя. Врывается, убивает, денает себя. Вроде все нормально, он уже жив. Он уже жив, у него 8 зарядов. Ну, пускай, как будто Бладстоун не юзал. Только-только купил Бладстоун, правда. Еще 2600 сверху насобирал. За счет трех фрагов, за счет экшена. Ну, а Эггис разменял и немножко зарядов в Бладстоуне. А по факту ничего не случилось. Он жив, и у него Бладстоун с 8 зарядами. Правда, у ребят из Power Rangers где-то что-то поджалось. Это точно, потому что меня бы так унижали в соло против троих-четверых. Опять же, есть станы, есть Quilling Blade от Акса, есть Агр, есть Тос, есть Avalanche. Все, в принципе, имеется. Все крутое. Тизеры, все это рабочее, все это функциональное. Но что делать по факту против Storm Spirit в Bull Lightning, непонятно. Ну и вы видели, как, собственно, этим Bull Lightning управляется у нас мидер команды Evil Geniuses. Ну, это действительно, это совершенно новая какая-то, совершенно новое какое-то видение доты. Абсолютно бесстрашное, уверенное, где-то, конечно, авантюрное, но, в принципе, продуманное и очень качественное исполнение своих героев. У Фира уже имеется Blink Dagger. Это все после Mask of Madness, после ПТ и после Race Band. У Юниверса после Форстафа появляется Point Booster. По фарму, по-моему, команда ЕГ очень далеко. Так и есть. 14 с лишним. Evil Geniuses по экспириенсу 17 тысяч тоже. Американский коллектив. Напомню, что это Best of 2. Тут за каждую победу дается по одному поинту. Ну, тут, собственно, может быть и 1-1, может быть 2-0, может 0-2. Абсолютно неважно. То есть тут... Тут, в общем-то, надо просто выигрывать. Ну что, опять Сумаил у нас на миде. По-моему, No Fear здесь проблемный будет. Вард стоит от команды Evil Geniuses. Все, вырывается в Джейфо. Джейфо, по-моему, приехал. Да, Джейфо заканчивается. И Beyond Godlike для Сумаила. Появляется Шивос Гвард уже. У Шторм Спирита, у Клокверка. Ничего пока нового у Чена. Постепенно чуть-чуть совсем осталось. Осталось всего 400 до Аганима. У Дроу Рейнджер мы видели 2000. Фир даже 200 насобирал после Даггера. Ну, команда ЕГЭ идет в атаку. И об этом данный артефакт для Фира говорит. Тини у нас забирает Чена, а в это время Сумаил забирает у нас Квапу. Ну, готов, так я так понимаю, в соло драться против Дитяра, хотя поймать Сайленс было бы неприятно. Шторму отдать заряды, это все наверняка лишнее. Ну что, врыв у нас от Юниверса. По Джейфо нельзя давать Мистик Флея. Нельзя, хотя перед смертью можно было бы и вкастовать. Сумаил продолжает у нас гонять команду Power Rangers. Тут уже Дроу Рейнджер, Дитяра,
рассыпется и, скорее всего, погибает. Beyond Godlike. Продолжение от Сумаила. Universe толкает сам себя. Ну и Дезвард на дорожку у нас. Виспу. Минус 4 со стороны ЕГЭ. 15-28. По золоту тут где-то к 20 уже, я думаю, приближаются графики. Сейчас увидим. Топ Нетворс на карте. Шторм Спирит. Сумаил — это тот, который ничего не делает, как нам в чате написали. Ну и на втором месте Дитяра со стороны команды Power Rangers. Ну а дальше пропасть вплоть до Зары. Пропасть из игроков ЕГЭ. Ну и чеширский код 6500. Тоже, в общем-то, нищенствует. Ну, если Magic Wand покупается на 25-й минуте, вы понимаете, что что-то пошло не так. Ну, действительно, так и есть. По золоту 17 тысяч в пользу ЕГЭ, по экспириенсу 24 тысячи в пользу команды Evil Geniuses. Как ПРам в этой ситуации справляться? Ну, тут просто в Silence ловить Сумаила. Пытаться разваливать его за время Silence. Стан наверняка он будет эвейдить. Врыв от Акса тоже наверняка будет эвейдить. Ну, тут, опять же, хорошо работает у нас Еул. Чеширского кота поймали в своем же лесу. Правда, далековато. Сумаил на вражеском хайграунде. Просто бегает. Ничего особенного не происходит. Он просто бегает по хайграунду. Все, улетает вниз и есть реген. Будет лететь наверняка отсюда. Ну, поймали спиритами. Поймали, значит, можно гнать. Не долетел на Сумаил. Ну, теперь есть смысл разобрать его. Нет, по-прежнему живет на Сумаил. Уходит в кусты. За ним погоня через карты пролетает. Ну и все. Все. И что ты будешь делать? Да непонятно, что ты будешь с ним особенно делать. Наверное, ворвется, если бы видел Дитяра, еще и бы ворвался у нас Сумаил. Ну, по манорегену уже у Шторма все хорошо. В принципе, 36 манопоинтов в секунду. Кастовать, кастовать, еще раз кастовать. Он тут не даст, наверное, покоя топ-лейну, да и любому другому. Чеширский кот побежал у нас за кем? За сатиром у нас бежит Чеширский кот. Даже немножко удивительно. Врывается Сумаил. Поймал Зару. Зара умирает. 15 на 30. Дальше погоня за Виспом. Виспа забрали. Доминейтинг для Юниверса. Холи щит у нас уже у Шторм Спирита. Поднимает ветра Дитя Рану. Подсейвите вы тиммейта. Почему Сумаил должен в соло ковыряться? Мистик Флэр выталкивают. Выталкивают у нас Шторм Спирита. В итоге динает себя. Руками ПРы заковырять его не могут. Тут, в принципе, вне зоны доступа у нас мидер команды Evil Geniuses. Ну, выходят ЕГЭ на нижний лайн, и Т3 начинает гореть. Нет Квапы, нет Скарас Мага, нет Виспа. Без Виспа Дитяра не настолько силен. Вроде бы и неплохой парень, вроде бы сильный. Юниверс промазывает у нас хукшотом. Чеширский кот загрел на себя Фира. Юниверс начинает сражаться с Дитяра. Дезвард стоит. Сумаил уже почему-то здесь. Откуда ты вообще взялся? А, через Boots of Travel у нас Сумаил прилетает. Ну, падает нижний лайн. Тут, скорее всего, продолжение готовится. Да, через всю карту на Т3 на топе. В это время Фир пойдет забирать свою бабочку. Ну и, наверное, где-то под фонтаном поразвлекает. Команду ПР нет. Развлечения не будет. Вечеринка окончена. Она не танцует. Все. Команда ЕГЭ первую катку выигрывает. Поздравляем ее с данной победой. ПРам не удалось реализовать стратегию Тини Висп. И стратегия Тини Висп, в общем-то, контрится то, о чем я говорил. Собственно, логичное завершение той мысли, которую я начал от команды ЕГЭ. Спасибо большое, что не даете мне быть голословным. Все, поздравляем ЕГЭ с первой победой. Жалко, конечно, что ПРы сгорели здесь, но ждем. Будет второй матч, будет ответка. ПРам по шансам драться с ЕГЭ. Да любой команде, конечно, по шансам драться с ЕГЭ. Просто надо собрать в кулак, ну, сами знаете что. Посмотрим, как будет настрой. Пока не забывайте. Нас там, по-моему, совсем чуть-чуть, да, на стриме. Да, нас кот наплакал на стриме, ну, так бывает. Завтра, кстати, Join Dota MLG Pro League. У нас Ашеры играют против Балкан Берскарлеона, тайбрейк. Там решается, кто будет на первом месте. Страшная рубка. Это Европа А и один-единственный матч, который решит, кто же у нас с первого места выходит из группы. Без переигровок, без каких-то там стыковых матчей. Все, ладно, хватит рекламить завтрашний день, я попозже в трансляции скажу.
Все, услышимся через 2-3 минуты, пока музыка, графика, не переключайтесь.